Здравствуйте, товарищ Рыбалов. Вот, наконец-то, получил я еще одну посылку из интернет-магазина F-Magazine. И предлагаю вам вместе с вами ее распаковать, посмотреть, что же мне пришло. Заказывал я ее в среднем 8 дней назад. Точнее, ее мне выслали 8 дней назад. Ну, плюс то, что многие приманки находились на удаленном складе, и пришлось ждать некоторое время. И, можно сказать, я уже почти не помню, что я уже заказывал. Как видите, доставкой пользовался Почтой России, поскольку, где я проживаю, с транспортными компаниями напряженка в связи с их полным отсутствием. А до ближайшего города 80 километров. И ездить за посылками, можно сказать, не очень удобно. Ну, давайте все-таки откроем посылку. И что мы видим? Приманки. Такие вот приобрел небольшие твистера на окуне от компании Trout Pro. Приманки проверенные. Очень качественные, уловистые. Вот уже сезон, можно сказать, начался. Но до сих пор занимаюсь пополнением своего ассортимента. Также заказал таких вот рачков от фирмы Select. Нравится мне ловить окуня на различные имитации ракообразных. То есть, надеюсь, вам будет видно. Также приманка проверенная. Пользуюсь уже в прошлом сезоне данными рачками. Также такие вот небольшие виброхвостики от фирмы Takeda. Замечательные виброхвосты, на которые можно ловить не только окуня, ну и попадается и щука. В таком вот голубом цвете заказал. Называется модель Hunter. И забыл упомянуть название модели у Селекта. Sexy Shrimp 2-дюймовый. То есть длина его составляет 50 мм. Упаковки по 9 штук. Также от компании Select заказал уже крупных твистеров с очень длинными хвостами. Отлично показывается по ловле щуки, как летом, так и осенью. Приманка очень интересная, обладает очень длинным хвостом с таким вот интересным рифлением в виде сот. Также не мог не заказать отличных виброхвостов с очень хорошей имитацией живой рыбки от фирмы Berkeley. Благо, стоят они недорого и выглядят и работают просто прекрасно. Что самое интересное, даже на равномерной проводке. Собственно говоря, для чего я их и приобретал. То есть бывает, что сплавляюсь по реке, и сплавом джиговать не совсем удобно. И собираем активную рыбу на банальной равномерной проводке, что зачастую приносит отличный результат. Довольно-таки сильно мне нравится резина от фирмы Alvega. Твистера называются Cutter Tail Grab. Они 8-сантиметровые. Выглядят таким, примерно таким вот образом. Резина съедобная, запах очень такой стойкий, резкий. Рекомендую приобрести. Резина классная. Также от Alvega
заказал Curly Tail. Ну, это уже, на мой взгляд, чисто окуневая приманка. Но, как показывает практика, бывает и поклевки случаются щуки. Резина также съедобная, с очень ярко выраженным запахом. То есть аттрактанты не жалеют. Аттрактант мощный. И что самое хорошо, даже после полоскания в воде он отлично держится на приманке. То есть не смывается буквально за 2-3 заброса. Так что окуню в этом году не выжить. Также заказал интересную приманку. Называется она, точнее выпускает ее фирма Savage Gear. Называется Каннибал. Но, как в прошлом анбоксинге я показывал, да и обзоре, также Каннибала от фирмы Savage Gear, но в исполнении как виброхвост. Этот же выполнен в виде такой вот, та также форма рыбки, но с таким вот большим обширным твистерным хвостом. Также отлично работает на равномерной проводке и с какими-либо подергиваниями. Стоит совсем недорого. И вот идет мои долгожданные, чего я относительно больше всего хотел. Так, это от фирмы Dragon. Такую вот приманку. Такие вот интересные твистера. С такой перфорацией на хвостике. Очень хороший запах. Резинка съедобная. Что самое главное, уловистая. Очень хорошо, кстати, работает не только по окуню, но и по щуке. В силу своего размера. В упаковке целых 20 штук. Размер также 2 дюйма. Также не мог устоять перед данным червем, или можно сказать слагом, от фирмы Касадака. Называется S-Liner Worm. В упаковке 15 штук, хватит надолго. Размер 55. Резина позиционируется как съедобная. И имитирует такую вот сороконожку. Окуня просто выкашивает. Особенно в те моменты, когда он очень активно в летний период питается различными червеобразными, ну то есть различными насекомыми. Приманка просто шикарная. И еще одна приманка от фирмы Select, называется Gobi. В размере 3 дюймов. Отлично показывала себя по щуке. У меня в коробке осталось пару штук, но на них, если честно говоря, страшно смотреть. Разорванные в хлам. Стали очень сложно узнаваемые. То есть, выглядит она как головастик. С большими плавничками. И длинненьким твистерным хвостиком. С такой вот утяжеляющей капелькой на хвосте. Ты сказал, работает отлично по щуке. Также заказал на пробу от фирмы Yum, вот как раз в ближайшие выходные. И думаю опробовать. Господи. Таких вот кальмаров, или как их правильно назвать. Такой, как видите, цилиндрическое тело, огромное количество соли. Вся соль на моих руках. И вот, если присмотреться в упаковке, соли не жалеют. Приманка называется Fencer Tube. Применять можно данную приманку для различных оснасток. Кстати, неплохо показывает себя на классической джиговой оснастке. Приманка сделана просто классно. Потом попробую, сниму обзор на нее. И
Еще интересная приманка от фирмы Хейкер. Да что ж так вот не открываешься-то. Называется Proper Tail, 8-сантиметровый. Да что ж такое. Вот такая вот спайка. Нужно уж разорвать. В принципе, выглядит как... Тело обычно используется для этих как вот виброхвостов, но здесь вот такой вот необычный твистерный хвостик. Впервые попробовал ее в прошлом году, и она меня очень сильно порадовала. Некоторые приманки с другом покупаем иногда пополам на пробу. И если возможно найти поштучно, хотя бы попробовать, что это за приманка. И потом уже проверенные приманки заказываем в полном объеме. Вот еще один виброхвост от фирмы Takeda. Называется Killer. Длина 7,5 сантиметров. Отлично работает по окуню, по мелкой щуке. Ну и также удавалось на эту приманку поймать особи и по 2 килограмма. Что не может не радовать. Но эту приманку, я думаю, особо представлять не надо. Это знаменитый S-Shed Tail от фирмы Lucky John. Длина 3,8 дюйма, в упаковке по 5 штук, резин съедобная. Также отлично показывает себя при ловле щуки. Вот так вот выглядит этот красавец. Чем-то может напоминать, конечно, тиогу, но с немножко измененной формой тела. Главное, что он рабочий. Также заказал коробочку под разные мелочи от фирмы Касадака. Прошлую зелененькую у меня выпросил отец. Ну, пришлось себе заказать немножко побольше. Коробки, как всегда, классные. Отлично подходит для хранения мелких приманок, крючков, грузил и тому подобного. Что самое главное, закрывается все хорошо, плотно и отлично помещается в карман. Так, и вот этот, наконец-то, мой долгожданный гэнгол от фирмы Lucky Craft. Приманка в F-магазине появилась сравнительно недавно. Давно пытаюсь восстановить. У меня когда-то был. Просто изумительно ловил головля. Но с ним случилась маленькая неприятность. Поскольку он тонущий, засадил его на бастряки и крепкий коряжник. И с тех пор уже пару лет не могу найти данную приманку. Кого интересует, пишите заказать, скорее всего, будут в наличии не так долго. Приманка очень редкая. Несмотря на ее цену, приобрести, я думаю, стоит. Работает просто шикарно по головлю. Ловит не только мелкого, но и трофейные экземпляры. Размер его 32, модель тонущая. Тонущая модель мне нравится больше в силу ее интересной собственной игры. Что можно сделать заброс, и приманка начинает тонуть с характерной игрой. То есть очень хорошо имитирует кормовую базу головля.
Не знаю, может, Lucky Craft, конечно, возобновили производство данной приманки, потому что уже по всем рыболовным форумам многие за ней гоняются. Уже годами. И вот, наконец, я себе восстановил свою утрату. Так что всех, кого интересует данная приманка, рекомендую приобрести. Также восполнил свою утрату замечательным ратлином от фирмы ZipBaits. Называется «Калибра» в размере 75 мм. Весом 16,5 грамм. Настоящая убийца щуки. Ну, кто, в принципе, ловит на ратлины, они, в принципе, знают, что это за приманка. Рассказывать о ней много времени, я думаю, не стоит. Она уже успела зарекомендовать себя с самой наилучшей стороны. Про такие приманки, как обычно говорят, что ловят всегда и везде. И я вынужден с этим согласиться. Ну, конечно, не абсолютно всегда. Бывают, конечно, и пролетные рыбалки, но тем не менее зачастую выручает. Также приобрел себе Inborn от фирмы Касадака. Не буду говорить, на кого он похож. Иногда приманки очень дорогие, жалко кидать в такие места, где есть хотя бы малейший шанс ее там оставить. То есть в крепком коряжнике и тому подобного. Ну, благо, есть похожие у них приманки, но с более низкой ценой. И что самое главное, работает ничем не хуже, чем его прародитель. Приманка действительно классная, уловистая. Отлично работает как на равномерной проводке, так и на небольшом твичинге. Ну, вообще-то, приманка создавалась для равномерной проводки. Хоть и выглядит она не совсем как крэнк, но работает, в принципе, по тому же принципу. Также не мог устоять и не заказать себе еще одного ратлина от фирмы Strike Pro в размере 75 мм с рабочим горизонтом от 1,5 до 3 метров. Также отличный ратлин. Нормальное название я его не помню, к сожалению, Strike Pro не всегда их пишут. Но по маркировке, в принципе, кому интересно, можете найти. JL027. Стоит он очень недорого, можно использовать на крепких местах и отлично ловит рыбу. Также решил себя порадовать и наклеить на очередную коробку интересную наклейку от фирмы Crazy Fish. Она белая, видно плохо. Потом, когда наклею, более подробно покажу. Вот сейчас должно быть видно. То есть это такой-то окунь с надписью Crazy Fish. Люблю всякие наклейки клеить на коробки, чтобы они хоть чем-то отличались от обычного выглядит коробка и коробка. Прошу прощения. Так, а здесь, по идее, должно быть железо. Как все тщательно упаковали. Такая вот блесна отличная. Давайте ее снимем, что ли. Не получается мне быстро снять. Вот не помню, как называется, честно говоря. То есть это, как видите, вертушка с таким вот
сердечником с имитацией рыбки. Довольно-таки редко встречается. В размере, то есть номер первый данной блесны. Весит она 6 грамм. Брал для ловли головля, окуня. Ну и, естественно, для того, чтобы на нее ловиться. Также не устоял перед покупкой вот такой вот интересной тоже блесны. Стоит совсем недорого. Ссылки потом размещу под видео, если кого заинтересовало, как хорошо упакован. Ну да ладно. То есть двойная вертушка. Как видите, конструкция, в принципе, простая, но имеется два лепестка, второго и третьего номера. Зачастую на такой тип вертушек хорошо отзывается щука, поскольку, на мой взгляд, она имитирует либо большую приманку, либо же охотящуюся рыбку. Хорошая блесна. Вот на ближайшей рыбалке опробуем. Ну и также классика жанра — блесна микадо. Называется спун. В таком вот бледном, точнее в медном цвете взял. Немножко поцарапанная, но ничего страшного. Отлично работает. Зачастую, не то чтобы зачастую, бывают такие моменты, когда такого рода блесна перелавливают даже японские дорогостоящие воблеры. Не знаю, с чем связано, но тем не менее держу в своем арсенале несколько блесен. Вот в прошлом году утратил данную блесну и пришлось приобрести заново. Ну, на этом все, товарищи. Как видите, посылка пуста. На весь товар, который был в распаковке, я оставлю ссылки. Если кому что-то понравилось и интересно, то сможете беспроблемно найти. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.